Друзья, в продажу поступил Hyundai Solaris 2014 года в белом цвете. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1.6, мощностью 123 лошадиные силы. В паре с ДВС стоит автоматическая коробка передач, автомобиль на переднем приводе. У автомобиля всего два владельца и оригинальный ПТС. Автомобиль хорошей комплектации, противотуманные фары, литые диски Hyundai. Все четыре стекла электроподъемника, электрическая регулировка зеркал, подогрев руля, мультируль, установлена нештатная мультимедиа, подогрев лобового заднего, кондиционер имеется, подогрев передних сидений. Салон тканевый. Приезжайте, смотрите, забирайте.